В научно-инновационном центре развития инклюзивного образования СВФУ проходят курсы для преподавателей. С 2011 года на базе университета работает учебно-научная лаборатория адаптивных компьютерных технологий, которая признана лучшей не только в стране, но и за рубежом. За 7 лет там прошли обучение 652 студента с особыми образовательными потребностями. А с января этого года здесь проходят обучение и педагоги со всей республики. В центре уже обучились 100 преподавателей университета и более 100 учителей из районов. Создаются именно специальные условия обучения для студентов всех нозологий. И для незрячих, и для глухих. Для глухих студентов мы закупили современную динамическую фонематическую систему Роджер, которая позволяет слабослышащим студентам слушать. Они надевают на себя индукционные петли, это как бы антенна получается, одевают наушники и слушают и лектора, и могут между собой переговариваться.